сегодня проблема с зубами, вот. Поэтому приехал в клинику, сейчас буду зубы свои чинить. А заодно узнаю, сколько стоит ремонт зубов в Америке, вот. Таким вот образом. Продолжаю свою историю про лечение зубов в Америке. То, что мне удалили зуб мудрости вот с этой стороны, поэтому говорю, как дорогой Леонид Ильич. Конечно, зубная медицина в Америке серьезно отличается от медицины в России. Это несмотря на то, что я ходил в достаточно приличную клинику МедСи. Располагалась она в районе Белорусской. Очень хороший центр. На этом была медицинская страховка на всю семью. Вот, страховка по московским меркам, ну, не знаю, сейчас дорого или дешево, тогда немножко была даже завышенная, вот. Когда мне делали аналогичную операцию с этой стороны, я, конечно, изрядно намучился, и сама операция длилась минут 40, если не больше, так, в мое субъективное время. И мне еще зашивали десну, короче, ощущения были неприятных всю последующую неделю. Здесь все было проведено быстро, на ура, одним единственным доктором, который, собственно говоря, и владеет этой практикой. Вколол мне анестезию, два укола, предварительный и основной. Причем, по моим ощущениям, местную вот эту жидкость, вот эту обезболивающую, не бодяжит, потому что она гораздо круче по своему эффекту, чем то, что мне в России кололи. До сих пор вот говорю, у меня вся эта левая, в смысле, правая сторона, у меня вот я ее не чувствую, короче, как дорогой Леонид Ильич. Потом доктор при помощи буквально там двух там инструментов этот зуб немножко расшатал и вытащил. То есть и никаких швов не стал накладывать, положил специальную эту салфетку, выписал мне специальный обезболивающий, кстати говоря, сегодня его куплю и о нем еще сниму отдельное видео. Мне интересно узнать, вот, как действуют американские обезболивающие средства, которые выдают по рецептам. Называется он Викодин, вот, какой-то очень серьезный препарат, мне интересно его на себе протестировать и, соответственно, расскажу, что это за такое магическое средство. Ну, а через недельку у меня повторный визит к врачу, уже ремонтирую свой основной зуб. Вот. За визит, за сегодняшний, за вчерашний рентген, вот за удаление зуба, мне пришел счет, я уже его оплатил. Я заплатил $125. Изначально счет был на $170, потом мне сделали скидочку, потому что я оплачивал наличкой, $125 удаление зуба и, соответственно, вчерашний рентген и консультация. Вполне приемлемая цена. Чувствую себя вообще замечательным образом. Продолжаю рассказывать про американскую стоматологию. С момента, как мне удалили зуб, прошло 5 дней. Удаляли зуб в четверг, сегодня во вторник. И я потом пришел в клинику уже делать непосредственно свой зуб. Ценник, который я заплатил сегодня, у меня сегодня $151. Это вот за пломбирование зуба. Практически ползуба откололся. Вот, вот такой вот расклад по ценам на американскую стоматологию. Пообщался по поводу коронки. Врач сказал, что коронка в Америке достаточно удовольствие дорогое. Если делать вот такую конкретную белую, как бы вот из белого материала коронку, то будет стоить порядка $700 за такую коронку, то есть вот полностью сделать имитацию заднего зуба и все сделать. Пару слов хотел сказать по поводу обезболивающих таблеток, которые мне прописали. Вот. Это гидрокодон, асетаминофен. Во. Короче, серьезный такой препарат. Вот. Отпускается строго по рецептам. На самом деле могу сказать, что достаточно занятная такая штука. Вот, я ожидал такого резкого, жесткого, глушащего эффекта. На самом деле
очень такой интеллигентный препарат, исключительно глушит зубную боль, и ни на что другое он как бы не воздействует. То есть нет вот такого вот расслабленного состояния, можно нормально заниматься работой, вести машину, сохраняя полный контроль и как бы вот предельную концентрацию. Вот. Так что очередной раз американские вот эти вот фармакологические компании показали свою высоту. Да. И еще хотел сказать пару слов по поводу обезболивающего, которое используют для анестезии непосредственно во время операции. Тоже очень мощное средство. В прошлый раз, когда удалили зуб, мне сделали инъекцию, и вот эта анестезия действовала аж 4 часа. То есть настолько тоже мощный препарат. И еще одна вещь, которая меня крайне удивила, вот тоже вот в прошлый раз, когда делали операцию по удалению зуба, это вот новый инструментарий, который, наверное, уже из области 21 века. Когда врач делал анализ, как делать операцию на зубе, он использовал такой портативный рентгеновский аппарат, который подключался к ноутбуку. То есть не нужно было идти в специальный кабинет, делать там рентген зуба, смотреть, проявлять пленки и так далее, облучаться. Это совершенно новое устройство, и я был крайне поражен, что вот такие вот вещи уже проникают в нашу жизнь. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу американской стоматологии, вот, пишите, и хорошего всем дня, и не болейте.